Так, здравствуйте. ВК у нас уже все тут заработало. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Инстаграм что-то там чудит, чудит, чудит. Кружочек крутится, крутится, крутится. Не соединяется. Так, Ютуб подстроилась. Все вроде нормально, все видно. Немножечко хочу подождать все-таки Инстаграм. Не знаю, что там с ним происходит. Вот, хочу с вами поздороваться, извиниться за четверг, что-то мне немножко не здоровилось, нос был заложен, слава богу, наверное, хороший иммунитет и вашими молитвами, наверное, когда добро посылаешь во внешний мир, оно к тебе также возвращается, наверное, тьфу-тьфу-тьфу, все быстро прошло, все нормально, все сейчас хорошо, немножко голос может быть чуть-чуть такой гнусоватый, но... вполне все нормально. Подождите, я все-таки попробую. Что-то там у нас не получается. Так, сейчас еще раз сделаю. Может быть, там как-то лучше будет. Что-то не складывается. Вот. И хотела бы вам сегодня показать, наверное, микс. Вот. И Инстаграм тоже заработал. Да, хотела бы немножко показать микс. Мне сказала Лена, что я плохо показала вот эти сумки, торопилась, не успела в конце. То есть хотела бы немножечко вам показать вот этих сумок и немножечко вам показать летних сумок, потому что у нас обещают 25 градусов на следующей неделе. Почему мы все не сказано? Просто не сказано, рады, у нас уже была такая температура, не знаю, он вижу Эльвирочку, как у вас там у всех, у нас неделя была, действительно, было 25-22, люди ходили в футболках, невероятно для марта, потом немножечко похолодало, так, градусов до 3, немножечко, наверное, совсем, вот, обещаю тепло. Поэтому вам показываю, кто собирается на отдых на 1 мая, пока доставка, и хочу вам показать, то есть микс, и вот этот, что успеем, потому что на следующей неделе, в понедельник нам привезут вторую поставку протези, вот, то есть кто ждет свои сумочки, кому не хватило чего-то в первой поставке, кто ждет, то есть привезут, как раз таки вот хочу показать вот эти сумки, привезут вторую часть протези, и все-таки я жду, как мне говорят, что слышно, то же самое, что и вам, каждый день обещают, что все едет, Балдрини, Алхимия, кошельки Джуди, сумки, которые вы ждете с бамбуковыми ручками от Вики Марины Криозони. В общем, я тоже переварить бы это все. Вот, поэтому пока у нас есть немножко минутку, это поставлю и покажу то, что мне сказали, что я показала в торопях очень плохо. Ну и судя по тому, что у вас всегда солнечное тепло. Спасибо большое, Светлана. Я очень стараюсь, правда? Не скрываю, я столько наслушалась добрых слов, вот, и я не знаю, но не хочу имена называть, я не Гина, тут и Анна, мне сегодня люди звонят без конца и пишут, и даже клиенты слушают, читают, говорю, боже, как жить хорошо-то на этой земле, что столько людей тебе желают добра, здоровья, говорят, что я дарю радость, что моими эфирами я людей увлекаю, развлекаю, просвещаю, объясняю, и знаете, вот, услышала я одну такую фразу, вот буквально вчера интересную, что не стыдно родиться в грязи, а стыдно в ней оставаться, вот, и не стремиться как бы из нее выбраться. Я не родилась в грязи, я родилась в очень культурной, интеллигентной семье с мамой музыковедом и лингвистом, папой инженером, но, к сожалению, да, в моей жизни был очень тяжелый, нелегкий период, и я из него выкарабкалась, и, наверное, этот жизненный опыт, он мне помогает и жить, и строить, и понимать людей, и как бы стараться платить им той же монетой. Мне помогали обычные простые люди. Вот просто простые люди помогли, и поэтому стараюсь, говорю, как есть, стараюсь людям платить тем же. Поэтому, если со мной солнечно и хорошо, я этому только рада. Настроение у меня бывает разное, но вот видите, 2 дня сидела дома с носом, чуток отдохнула, лицо чуть повеселело, отдохнула. Вот, поэтому, наверное, смотрюсь поживее, поскольку не выходила никуда. Значит, хотела вам показать вот эти красивые сумки, маленькие, именно летние, такие девочки на девочке. Ну, что-то взяла синюю сумку, даже не думала, что нарядила сегодня синий костюм. Вот такую вот красотку с бамбуковой ручечкой. Как всегда, вы помните, с фонариком, со всеми атрибутами роскошной жизни. Вот с такой красотой золотистой внутри.
Посмотрите, какая золотистая красота. Вот вам тут свет, лампочка Ильича, все есть. И лампочка Ильича есть, и свет есть, и подкладка золотистая есть. Кармашек, вот видите, бегунок для документов. Ничего лишнего, все для правильных женщин. Длинный плечевой ремешок, то есть, чтобы лишнего ничего туда не втолкнуть. Свет выключаю, все, не шутила в банке, что жарко, кондиционер дует. Говорит, вы не в Италии, это вам сказали, Ира, выключи свет, это ты не в России. Вот, поэтому длинный плечевой ремень у этой ручки есть, то есть и на сгибе локтя, и в руке очень женственная, маленькая, красивая сумочка, четких форм, правильная сумка, которая создает ощущение аккуратности и опрятности. Вы посмотрите, какой красивый небесно-голубой цвет, радика кожа. То есть она такая вот как мрамор, видите, не однотонная, не ровная, а вот такая немножечко переходами, разнооттеночность, мраморная. Вот такая красотка у нас, 34 400, любимой вами фабрики протези. Раз уж раскритиковали, сказали, что я показала не успела плохо, ну, значит, покажем хорошо. Не вижу никаких препятствий к этому. Было плохо, значит, станет хорошо. Сейчас все затолкнем на место, чтобы все было аккуратно. Везде вот написано, что натуральная кожа, сделана в Италии. Вот прям видно, хорошо свет попадает на эту надпись. То есть вот эта красавица у нас есть вот в таком чудесном цвете. Это радика. Я думаю, что это кофе. Сегодня веселились. Вам марка новая на нашем рынке. Все написала, сумка из телячьей кожи. Цвета нет, одни буквы. Ну, в общем, ни красный, ни зеленый, ни синий. Так старались, перестарались. Спрашивали, Ира, что нужно писать, нужно ли написать. Нет, конечно, наши покупатели не понимают, что это сумка. Но из натуральной кожи, слава богу, из телячьей. Теперь все знают, из чего делают сумки. Вот, не из буфала, не из буйвола, а из телячьей кожи. Вот, и, соответственно, я так понимаю, что это цвет кофейный. Мне кажется, что это цвет коричневый, просто свет электрический немножечко мешает. Вот, давайте я посмотрю. Я думаю, что... Нет, это черный. RNE – это Nero. Это черный. То есть, спасибо, меня сегодня хвалили, что я говорю на итальянском. Ну, уж как умею, так говорю, бегло, точно, правильно, неправильно, как получается. Но N – это Nero, это черный. То есть вот эта сумочка черного цвета, видите, как фабрика заботится, чтобы ничего тут не испортилось, не помялось. То есть у нас есть голубой, черный, это из радики. Так, сейчас, подождите, мои девочки дорогие, все для вас упало, подготовили, чтобы мне никуда не прыгать. Вот такой красавец, ярко-красный. Вот смотрите, какая классная сумка. Ну, просто сказка. Вот этикетку сюда уберем. И вот такая красота. Очень красиво. Я немножко, извиняюсь, задержусь. Может быть, у меня замедлится изображение, а то я потом по часу, по два мучаюсь, чтобы поставить красивую заставку для вас. И вот такая красотка. Красненькая. Тоже вот показываю поближе. Видите, вот на красный хорошо видно, что кожа неоднородная, а вот такая вот с мраморной поверхностью. Да, добрый вечер. Но у нас выходные дни, не всегда люди идут, и идут целый день. Кто-то раньше, кто-то позже приходит. Вот, и, соответственно, стараемся вам все по максимуму рассказывать. Тут сегодня уже все получали, все в полном восторге, кто получил свои сумочки. Вот, ну, прошу, говорю, напишите для других, кто еще новый у нас покупатель. Но все говорят, что эти сумки, вот, сумки шикарные, спасибо вам. Вот, кто, наверное, здесь, кто уже получил, можете для наших, скажем, коллег, для, как это сказать, членов нашего клуба, даже не могу сказать, что для наших покупателей, для членов нашего клуба, вновь присоединившихся, можете написать, но все пришли в полный восторг от того, что они получили. Наташенька, здравствуйте. И вот видите, такая красотка, вот сливовая. Красная слива. И есть сумочки в обычной матовой коже. Кто, может быть, не готов к этим малышам,
Ну, малыши великолепные. Ну, вот посмотрите, какая классная сумка. Ну, она просто ханевка. Ну, вот это, ну, просто такая симпатичная. Четкие контуры, прям девочки на девочке на сумках. Так, еще раз кто-нибудь, а то потом 34 400. Я возмутилась, говорю, что все сумки одной цены разного цвета. А клиентка написала, спасибо ей большое, написала, извините, я просто поздно присоединилась, не слышала. Ну, поэтому повторяю, кто-нибудь, может быть, поздно присоединился. Да, конечно, и первые пришли уже, все получили своих хозяек, или все хозяйки получили свои сумки, и вторые пришли в понедельник, привезут. И вот такая красота пришла в коже, не Радика, а в Вакете. Вот посмотрите, какие две красотки. Вот коньяк, вот сегодня как раз обсуждали девочки коньяк, у них шутили сегодня, что коньяк настоянный и коньяк такой молодой. Вот коньяк у фабрики Протезе — это вот этот цвет, вот такой светло-желтый. Да, вот тоже пишет Ольга, что я получила свою Протезе просто суперская и пахнет действительно очень вкусно. Вот и Леночка пишет, да, сумки роскошные у меня парочка. И вот все, да, что за бренд, Ирина? Это Протезе. Это итальянская марка, очень известная, магазины по всей стране есть. В нашу страну эти сумки не экспортировались. Вот, я стала первооткрывателем. Фабрика работает с 1946 или 48 года, не помню точно. Делала эфир из Италии, прямо с фабрики, показывали, как все это обрабатывают, как обрабатывают торцы, собирают сумочки. И вот, соответственно, девочки уже их получили, они уже приходили два раза, и вот пишут вам отзывы, что сумки действительно, да, и вот тоже просто суперская. Ну вот все пишут, то есть все, кто получил, всем сумки нравятся. Ну, я в этом не сомневалась, потому что когда ты показываешь вот так детально каждую сумку, каждую заклепочку, кнопочку, все равно экран передает качество сумки. Если просто пробежаться и показать вот так вот, как мне некоторые говорят, много говорите, да, но если вы детально все рассказываете, то качество сумки видно даже по видео. Вот, фото, наверное, не дает, а по видео видно. И есть вот, то есть, две вот такие красавицы из кожи. Если кто-то не готов, может быть, к Альфу еще, то вот такие классные, вот такие вот кайфовые просто малышки есть вот в обычной коже Вакета с естественной лицевой поверхностью. То есть, когда видно, вот видите, все прожилки, на сама фактура кожи видна, на коже животного, то есть здесь нет теснения вот этой зернистости, это все естественная лицевая поверхность. И вот эти вот выдерживают в экстрактах каштана. То есть здесь нет искусственных красителей, здесь кожу длительное время выдерживает в экстракте каштана. Ну, скажу честно, не знаю, то ли выдерживает более длительный период, менее длительный или больше концентрация, меньше концентрация, но получаются вот такие красивые цвета. Так, это значит, я вам показала. Теперь, что я еще хотела вам показать. Вот эти сундучки, которые там стояли, далеко не смогла их показать. Опять же, вот задали мне вопрос, как открывается, закрывается. Я отправила человека на, скажем, на прямой эфир с фабрики, когда я показывала. Но мне не сложно, я вам покажу, потому что, по-моему, кто-то заказывал голубой, кто-то еще что-то. То есть я думаю, что все ваши заказы, которые были в наличии, они пришли. Те, которые еще не пришли, которые нужно шить, они, наверное, придут позже. Вот. И вот показываю в этих сундучках, как все открывается. В маленьких сумочках есть у всех длинный плечевой ремень, тоненький, вот такой тоненький, для надевания на плечо через тело. Это все-таки не кроссбоди. И вот смотрите, прям, если кому-то интересно, вы можете вернуться в ленте, есть эфир с фабрики, где именно показывали, как делают эти сундучки, как у них обрабатывают вот эти торцы. То есть вот такая золотистая подкладка. Внутри это не кожа, это просто подкладочный материал. Я думаю, что это какая-то синтетика. Вот здесь хорошо видно кармашек для документов. Вот этот фонарик, который вызывает такой восторг у всех. Закрывается сундучок вот таким образом. У нас саквояжный замочек. Давайте хотя бы к одному прикрепим длинный плечевой ремешок. Так, вот он сюда крепится. И, конечно, сумочка очень красивая, женственная. Тоже это Радика. Есть они и в коже. Скажем, саквояжные вот эти все малыши сейчас
все-таки все возвращаются от унисекса к женственности. Я не буду уж ручку расстегивать до конца, то есть ее можно вот таким образом надевать на плечо, чтобы было всем видно. И YouTube немножечко сейчас поверну, подождите, чуток вот так сделаю, так вниз, чтобы было лучше видно. Вот. Ну и, естественно, здесь длинные ремня хватит для того, чтобы надевать эту сумочку и через тело. Но я думаю, что это все-таки не та модель, которую надо носить как кроссбоди. Если есть желание, пожалуйста, можно надеть куда угодно. Ну вот таким образом, чтобы освободить руки, если вдруг вы с ребенком или там денежку где-то платите. Вот такая красота. Вот это Радика. То есть это вот, посмотрите, какой красивый кальф. Весь вот он идет такими, скажем, мраморными вот разводами, рисунком. Вот такая красота. Идеально все сделано. Ну, я могу себя назвать экспертом, потому что я продаю эти сумки больше 25 лет. Я имею в виду не протези, а итальянские сумки. Причем практически все эти годы их продавала оптом. То есть количество сумок, прошедшее через мои руки, оно значительно больше, чем через те, которые продавали их в розницу. Соответственно, знаю в сумках толк. Вот. И в качестве, и в том, как носится. Эта марка для меня новая, но поскольку мне понравился дизайн, и вижу, какое качество, я предлагаю их вам. Как они носятся, проверим на вас, но поскольку это кожа итальянская, производство я вам показывала, я не думаю, что с этими сумками могут возникнуть какие-то проблемы. То, что я продаю 10-20 лет, я там знаю точно. Здесь марка новая, но судя по тому, как все скроено, как все сделано, и что больше всего я всегда следую логике. Если 46-48 года и вся Италия в этих магазинах, и во Флоренции, и в Риме, и везде, но логика говорит о том, что эти сумки носятся хорошо, люди их продолжают покупать и покупать. Вот кто-то мне пишет, кто раньше ездил в Италию, у кого две, у кого три эти сумочки, и говорят, мы готовы купить и четвертую, пятую. Хорошо, что вы их нам презентовали, потому что нет уже возможности ездить как раньше, поэтому думаю, что все будет прекрасно носиться. Так, то есть вот такая красотка. Сейчас покажу. Я все остальное показывала. Если кто-то присоединился вновь, я весь ассортимент этих сумок, которые сейчас пришли, я показывала в прошлом эфире, если не ошибаюсь, во вторник. А весь ассортимент фабрики, чтобы сделать заказ, я показывала, опуститесь вниз в ленте, дважды. Один раз я показывала одни и те же модели, которые вы заказали, проголосовали в разных цветах, которые были. И вообще весь ассортимент фабрики я показывала в ноябре 2,5 часа. Все, что было, все показала. Наверное, даже что не было, показала. Я так думаю. Что-то спрашивает, зонтик, подставки для зонтиков. Они говорят, боже, где ты нашла и где ты это видела? Я говорю, клиенты видели в прямом эфире с фабрики. Так что вот этот сундучок красивый. Теперь он есть вот в таком необыкновенно красивом цвете. Посмотрите, всесезонным. Опять же, сейчас много обуви, но посмотрите, какая красота. Вот правда, на бегу в прошлый раз показала, уже все закрывалось. Но не могла вот не показать, но посмотрите, какая красота. Вот это вот кофейный такой капучино цвет, кофе с молоком, вот эти вот разводы, а ручка, как все сделано, насколько все удобно. Ножички, посмотрите, как красиво сделано дно. Ну все, ну вот каждая деталька, ну вот, когда вот... Я прям специалист, да, и вот это я беру в руки. И когда вот такая вещь отточенная просто до совершенства, конечно, она меня, ну, как бы сказать, радует, да, какое-то воодушевление вызывает. Вот прям какие-то вот, ну, как сказать, какие-то вот флюиды, что ли, эмоции, потому что это вот совершенная вещь. Ну, вот совершенная, красивая, красивая, качественная, красивая кожа. Я говорю, вот не могу сказать, что будет 100 лет носиться, но то, что я вижу, она меня радует. Просто радует мой глаз, радует мои руки, радует касание, радует отточенности и внимание каждой детали. Вот Ира пишет, фурнитура высококачественная. Ире тоже можно доверять, потому что она делает сама украшения и покупает вот всю фурнитуру для этих украшений. Когда человек этим занимается, он знает в этом толк. Согласна, Ирочка, спасибо большое. Да, вот тоже носятся изумительно, красиво стареют. У нас в Нижнем в реальном магазине 8 лет назад покупала. Ну вот, пожалуйста, вот поэтому люди уже, кто покупал много лет назад, говорят, что носятся великолепно. Так что вот такой красивый кофейный цвет. Так, чтобы еще не упало.
высоко снимаю. Модный рыжий. То, что сейчас хит. То, что сейчас и Hermana, и все бренды делают джинсы с рыжим. Это сейчас самое актуальное модное сочетание. Цвет вот этот карамели, как хотите его назовите. Меда, коньяка. Вот. И с джинсовым синим денимом. Вот с этим цветом индиго. Это самый хитовый, как бы самая хитовая комбинация. Лев золотой, невероятно красивый и качественный. Спасибо, Леночка. На вас вот можно равняться, как на икону стиля. Человек приходит, всегда так красиво одет, всегда все так подобрано. Лен, вот, ну не льщу я, ну правда, но на вас вот одно удовольствие посмотреть. Вот только мы виделись, и все с такой, я не знаю, утонченностью, с таким вот подобрано всегда. Вот вас прям хоть приглашай на эфиры, да, и вот показывай людям лук с этими сумками. Ну вот выставляли ли у Лены, у нас с ней пальто одинаковое, ну, очень похоже клетчатые с этим красным яйцом. Когда-то там другие сумки. И Лену можно просто вот приглашать, как, скажем, образец, как что с чем комбинировать. Вот такая красота. Внутри они все одинаковые, не открываю, у них всех золотистая вот эта подкладочка. Все с лампочками, все одинаковые, легко открывается. У всех есть длинный плечевой ремешок и легко закрывается. Это вот все радика. Вот это, так, есть еще вот такая радика. Вот она черная, ну на черном уже разводов, конечно, не видно. Все вот такое гладенькое, все. То есть они, может быть, и есть, но их просто не видно на черном цвете. Ну вот для любителей классики, вот смотрите, какой красивый сундучок черный. Модный кальф. Сундук, вот этот замочек. Ножки, ручки, все, рамочный замок, вот такая красота. Так, цена вопроса 38, если 500 была, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Тридцать восемь пятьсот стоит эта сумочка. Чтобы не забыть, вот. Для вас вот покажу, кто будет эфир смотреть. 38 500. Лена, чистая правда. Говорю от чистого сердца и то, как есть. Вы сами это знаете. Так, и вот такая красота, вот, пожалуйста, из кожи. Мне очень нравятся эти сумки вот в вакете. Они прям такие благородные, менее яркие, но вот спокойные. И вот посмотрите, вот эта строчка, как вот красиво. Да, вот все вот прострочено. Вот прям вот так вот пытаюсь показать вам. Вот на этом коньяке очень красиво видно. Вот вся прям все ровненько, все идеально, на хлястике. Вот этот маленький такой львенок Made in Italy. Вот сзади все написано. Ни мода, ни стиль, ни дизайн. Ножки, ручки. В этой сумочке состаренная фурнитура. Если там золото, здесь Оттоне Веккьо. То есть это состаренная, скажем, бронза. Здесь по-другому сделано, поэтому внутри покажу. В этих сумках все-таки стилистика больше под эту кожу. То есть здесь вот такая замшевая. Вот здесь хорошо виден кармашек. Конечно, свет. А как же без лампочки? Вот он, фонарик. Все есть. Торчань. Маленькая, наверное, торчина. Не вижу тут никого. Ни Парисовича, никого, чтобы подсказали, как называется. Вот торча, фонарик торча, я знаю точно. А вот как маленький фонарик, если борса, барселино, наверное, торчино. Вот. Иногда вот меня смотрит девушка одна, она учит итальянский, я так его учу, как придется. Вот, Кристиночка, если вы здесь, как торча, маленький торчино, наверное. Так, и вот черный. Тоже это вот не радика, это вот эта кожа, вот прекрасная, великолепная кожа. Все вот видите, вот прямо она такая лоснящаяся, классная, все натянуто, ни складочки, ничего.
Цена та же, 38 500, и такая сумочка стоит, хоть в коже, хоть в радике, тоже вот 38 500, но внутри тоже будет такая же она с замшевой вот этой вставочкой и с, конечно, лампочкой. Как же без нее? Пришли к выводу, что у нас только в двух сумочках нет лампочки. В Ленином красном яйце и еще в какой-то малышке. Сегодня мне вот рассказывали, но я забыла. В какой еще? Еще в какой-то, Лена. То есть не одна эта сумочка. Нет. Так, это вот я вам показала, что хотела. Ага, ну вот плавно перейдем. Торопились тогда галопом по Европам. Вот плетеные сумки. Я не знаю, придут ли они в этой поставке. Я и заказала достаточное количество по всем вашим заказам. Мне кажется, кошельки какие-то идут. Наверное, идут и плетеные сумки. Это вот мне прислали образец. Вот, видите, немножечко. Как я вам показывала эту сумку с фабрики. Вот она самая маленькая, кроссбоди. У нее есть длинный плечевой ремешок. И у нас мы тут даже нашли вам для нее ремень. Так, здесь фонарика я не вижу. Есть кармашек вот для документов на молнии. Больше здесь текстильная подкладка из хлопка. То есть обычная текстильная подкладка. Сумочка закрывается на молнию. Галопом по Европам вам ее показывала. Это кроссбоди. То есть у нее фурнитура, соответственно, от Тони Векья. Я имею в виду состаренная бронза. Вот, длинный плечевой ремень. Сейчас посмотрим цену вопроса, так чтобы нам застегнуть в правильном направлении. Ручка очень длинная. Вот это прям пригибается сюда. Видите, ее не видно. Вот такая долька. Ша как раз глянем. Ну, сумка, мне кажется, летняя, но кто знает. Вот у нас есть такая красота к ней. Вот. И есть у меня один единственный вот такой интересный ремешок, который, мне кажется, очень интересно подойдет к этой сумке. Пряжку можно поменять, мы не успели поменять. Если пряжка другая нужна, не могу сказать, что он точно такой, но вот посмотрите, как будет, допустим, интересно. Да, это он один, совсем один такой у нас остался. Как будет хорошо смотреться со стилистикой этой сумки. На нем тиснение. Ну, мне малость великоват. Надо дырочки проколоть. Вот свой сегодня укорачиваю. Очень длинный. Вот как будет хорошо смотреться с фиолетовой сумочкой. Да, и вот такой ремень. Он не совсем как сумка, но вместе с тем он получается вот тоже такой, как плетеный. Немножечко более светлый. И будет такой красивый очень комплект. И сумка, и ремешок. Вот. Будет красиво. Пряжки можно у ремней менять. И золотистый, и серебристый. И будет очень интересно. Вот он такой, видите, тоже как будто плетеный, как рогожка. Один единственный остался. Торча. Вот, Кристиночка, про вас. Лантернино. Вот не знаю, как маленький будет. Торча это большой, а маленький фонарик. Это, наверное, торча, это, наверное, фонарь. А маленький, наверное, торчино или как-то так называется. Торча пикколо, понятно. То есть у нас внутри есть торча пикколо. Вот, с торчей пикколо. Здесь торчи пикколо нет. Спасибо, Кристина. Здесь есть только вот сумочка, вот такая красивая, модного фасона, долькой. Все это тоже варится, то есть сумки плетутся, потом они вывариваются в стиральной машинке, поэтому они приобретают мягкость и вот такую вот форму. Так, с этой сумочкой я вам рассказала. Теперь я хотела сделать микс, потому что у нас не будет потом следующего раза, чтобы показать, будем показывать, очень надеюсь, на остальные приходы. Вот, очень хочу надеяться, что это все придет. Поэтому будем показывать новое. А вот как раз-таки лето летнее, вот показываю вам вот такую красоту. Тоже вот тиснение из... Тоже едет и Марина Криозони, вот эти бамбуковые ручки. Все, что вы заказывали, 5 сумок, все едут. Все тоже в пути. Вот такая золотистая красивая сумка Марина Чемилана. Как вы помните, они сейчас со скидками. Замочек.
ручка регулируется вот здесь, если вам нужна длина чуть длиннее, чуть короче. Здесь сумка, у которой нет длинного плечевого ремня. Эта сумочка нарядная, яркая, у нее красивый вот здесь логотип. Носится она или на плече. Видела, что носит ее Элеонора вот таким образом. Сзади вот этот логотипчик виден у вас. И к ней, соответственно, не именно такой, но вот смотрите, какая красивая пряжка. Сейчас уберу вот эту этикетку. Вот пряжка точно сделана, вот смотрите, как интересно сделана пряжка, точно как сумка. Вот такая красивая пряжка. И вот ремешок 3 сантиметра. То есть тоненький, не широкий. Ну, сумочка небольшая, ремешок тоненький. Есть такие широкие ремешки. Вот смотрите, какая красота. Ремней много. Не знаю, перчатки худо-бедно как-то нашли время чуть-чуть показать. Осенние, вот сегодня народ приходил. И вот такая вот красавица. Вот платиновая сумочка, платиновый ремешок. Вот в лето вам, пожалуйста, полная экипировка к любому, к синему, к зеленому, к серо-бурмалиновому. Вот такая красотка у нас есть. Цена вопроса. Так, 22 тысячи. Девочки, вот что хочу сказать. Вы когда смотрите вот эти эфиры, вы смотрите, пожалуйста, даты. Потому что вот я сейчас называю цену. Люди потом злятся, вы не называете цену. Потом этот эфир еще год, полтора. Люди находят, им показывают, они смотрят и вот говорят. Вот эфир был такой, вы назвали цену такую. Это был прошлый год. Прошлый год был другой курс, другая цена. И поэтому есть эфиры, которые год назад были. И год назад все было по-другому. То есть цены зависят от курса и, соответственно, от поставки, от всего остального. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на то, когда вы смотрите эти эфиры, запись. Если даже кто-то новенький, у вас, скажем, показали этот эфир, но там написано 6 недель назад, я не знаю, там 8 недель назад, вы просто, ну, должны понимать, что цены были другие, что наоборот, они могут быть и выше, потому что сейчас на что-то скидка. Или они были ниже, потому что курс был другой. И не на все, что осталось с прошлого года, я, например, делаю скидку. Некоторые модели, они прекрасно продаются и этот год, и еще несколько лет. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание. Поэтому и не всегда называю цены, потому что потом время проходит, а вы сказали это. Ну, а жизнь поменялась. Мне тоже было год назад на год меньше. Сейчас мне на год больше. Жизнь-то течет, все меняется. И, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Складывается вот такая. Так, что дальше? Сегодня постараюсь такое вам самое-самое красивое показать. У нас немножко совсем времени осталось. Вот. Вот такая теперь красота. Посмотрите, вот с такой сумочкой поехать в отпуск. Вот, кстати, великолепно она смотрится на всем джинсом, на синем. Потому что именно то, что я вам говорила, что у Эли такая сумка. Она очень хорошо смотрится с белой футболкой, с джинсами, как такой прям акцент. Вот этот логотипчик очень красиво смотрится. Ну, смотря кто на какой руке носит. И вот тоже к этой сумочке. Вот. Не всем нравятся сундучки, не всем, может быть, нравится бамбуковая ручка. Это роскошная просто сумка. Это элитная Марина Чемилана. Кожа лимитированная вот эта вот, как вам объясняли. И опять же, есть у меня, кстати, точно такая же пряжка, она матовая. Дизайн такой же, как на платье, не матовая. И вот есть такой же, вот, например, ремешок платиновый. То есть вот и пряжечка такого цвета, не точно из такой фактуры, потому что это кожа ягненка, шкурки маленькие, это лимитированная. Вам объясняла Вика, что остаются от каких-то брендов высокой моды, что-то они сами наносят. Я думаю, что вот это тиснение наносила сама фабрика. Вот, Джон Маркин и модные машинки, и поэтому есть вот, пожалуйста, ремешок вот такой. Будет у вас и сумочка такая, и ремень есть и 3 сантиметра, есть и 4. Вот это, если не ошибаюсь, четверка, наверное, есть более узкий ремень. То есть, пожалуйста, по запросу, если, может быть, в понедельник придут сумки, во вторник я их покажу. Ну, не знаю, очень надеюсь, что в неделю еще что-то придет. Но если не придет, тогда уделим внимание ремням. Вот такая красота. И ремень у вас такой будет, любые джинсы на лето, он вам подойдет не только к этой сумке, потому что металлик подходит ко всему. Это все мое любимое. Все металлики,
Я прям руками и ногами, потому что у меня и сумки, и ремни, я очень их люблю, они подходящие ко всему. То есть и к однотонному, и к цветному, ко всему. Так, все складываем линии. Вот, и опять же, опустила в прошлый раз вот эту красоту вам. Вот как раз таки хочу вам показать все, чтобы уже было все невероятно красивое. Вот такая сумочка невероятно красивая здесь как раз. Растянули, где тут еще один? А, я в руках держала ремешок. Вот, тонкий, я сейчас покажу. Здесь широкий, очень толстый. Сумочка нарядная. Вот, смотрите, какая красотка. Вот другая вам стилистика. Да, не протези. Но вы посмотрите, какая красота. Это сразу Сваровски. Сама форма, асимметрия. Кармашек. Кожа ягненка. Сумочка закрывается вся на молнии. Внутри есть кармашек для документов. Мягчайшая, нежнейшая кожа. Молния. Эта сумка достаточно дорогая. Это элитная премиальная линейка. Здесь килограмм страз Сваровски. Вот, поэтому запрос пишите, кому она пришлась по душе. Стоит приличных денег, потому как все. Сейчас я, подождите, застегну. То есть вот здесь молния, все закрывается, и ручка у сумки регулируется. Это образец с фабрики, то есть можно вот так делать, можно делать вот так. То есть ручка регулируется протягиванием. Сюда вот дырочку. Не знаю, кто тут что давал. А, я поняла. Здесь две ручки. Я неправильно делаю. Здесь две ручки, они между собой состегиваются и расстегиваются. Все, я поняла теперь. То есть вот они здесь расстегиваются, вот здесь. И остается одна ручка коротенькая. То есть вот она сюда застегивается. Сейчас покажу. Два кусочка. Это то, что рассказывала нам Вика. Вот. И делается ручка или длинная полностью, или короткая. Так, я не знаю, какую тут сторону я застегиваю. Правильно, я надеюсь. Сейчас. То, что прям очень красивая. Такое яркое. Не уверена. И вот с такой красотой. Есть здесь один человек, я его видела, у кого есть такая сумочка. Вот, ездила на отдых Ольга и говорит, господи, с ней не расставалась. Она и правда красотка. Вот смотрите, хоть синим, да, вот такая красота. И есть, чтобы не потерять нам этот кусочек ремешка, и есть такой же ремешок у меня. Он, из, конечно, не из кожи ягненка, как я вам и выясняла, он из кожи обычные вителла, но по цвету подходит, если нужно к джинсам, еще к чему-то. Все эти ремни длинные, они вот так завязываются на узелочек. Я уж так на бегу завязала. Этикетка нам тут Викина, она всегда нам жить стоит, помогает. Вот такая красота. Ну и на сгибе локтя. Вот. И вот и ремешок у вас будет, и такая сумка. Красотка. Так, сейчас подождите, я сюда ее ручку, чтобы не потерять никаких запчастей тут от нее. Сейчас мы ее сюда положим внутрь, застегнем. То есть ручка вот состоит из двух частей. Можно длинную делать, можно делать ее коротенькую. Так, застегиваем, ставим ее на место. Сразу все уже тороплюсь, спешу. Вот к этому ремешку посмотрите еще, какая у меня есть красота. И вот такая красота есть еще. Вот такая. Помните, они были серые с черным образцы. Вот как раз ремешок надела. Он, вот они застегиваются. Почему говорю, что они все длинные? Я вот свой сегодня обрезала, у меня джинсы просто падали, потому что очень длинные. Завязываются. Вот так еще сделано как бы на завязывание. Запас, поэтому хвостик длинный.
И вы можете его потом вот так тюнинговать. Вот ремень, и вот такая же у вас получается сумочка. Это кисет из кожи ягненка. Вот какое сочетание интересное. Смотрите, фуксии с оранжевым. Очень такая характерная сумочка. Не характерная, а характерная. Вот я бы, наверное, никогда бы так не смиксовала два цвета. Но смотрится прям ядерно, кайфово. Кисетик. Он есть меньше, больше размером. Кармашек для документов. Вот есть на молнии у него здесь. Кармашек для телефона, кожа ягненка, это элитная премиальная линейка Марина Чемилана. И вот короткая ручка, и для ношения на плече длинный плечевой ремешок, и между собой они соединяются, как всегда у Вики, и получается кроссбоди. То есть два ремешка, цепочка с ремнем соединяются, и тогда кисет надевается через тело. То есть получается тогда кроссбоди, ручка с ручкой, получается кроссбоди. И они у меня вот в двух исполнениях. Это вот маленький, а это вот большой. Та же история, все тоже. Тоже цепочка, тоже они между собой застегиваются. 2400 стоит вот этот побольше размер. И эти все они по одному, это образцы. Я не думаю, что он доживет до следующего года. Вот. Что кто-то потом скажет, что цена у него там была такая, а теперь такая. Этот 19 800, то есть поменьше стоит 19 800, побольше стоит 2400. Ну и уж не поленюсь, он, видимо, ключами звенят. Да, хорошо. Хорошо. И вот так. Вот он получается длинный. Сказали ждать на студенте 2 минуты, поэтому с вами прощаемся. Так, потому что тут у нас еще все равно много всего чего показывать. Вот, соответственно, девочки, до вторника тогда, если привезут протези, я вам во вторник покажу тогда протези. Там все сумки практически по одной. Вот, и ждем вот эту вот красоту. И уж сколько сумки, показываю, что вот еще есть широкие ремни фуксия. Кому нужны по цвету, к другим сумкам. И ждем вот эту красоту. Балдриника. Тоже они идут. Все, мои дорогие. До свидания. Спасибо, что были со мной. Завершаю. Завершить. Сохранить. Сохранить. И